Андрей Анатольевич, прошу прокомментировать ход игры и результаты. Ну, что сказать по игре. Я своим ребятам поставил пятерки, потому что, в принципе, выполнили всю установку, которую мы планировали на игру. Практически действовали так, как я хотел. К сожалению, стали нарушать много правил во втором тайме. И пошли удаления, и, конечно, очень тяжело было уже в меньшинстве. Силы покинули нас, и «Динамо» добавило движение, и сравняло счет, и могло даже выиграть эту игру. Но, в принципе, я командой доволен. Я думаю, что оно достойный хоккей показывает. И... Но я думаю, что все неплохо. Большое спасибо, Эдуард Николаевич. Ну, я, Андрей, тоже хочу поблагодарить за игру. Считаю, что «Зорки» очень хорошо играли. И не хочу ссылаться на нас, что мы там не готовы или как-то это сами виноваты. Я считаю, что «Зорки», которое место сейчас занимают, не соответствует его игре. В принципе, они тактически правильно очень играли. Мы, наверное, стали играть где-то с минуты 70-й, более-менее правильно, не знаю, когда уже счет стал уже большой, как-то раскрепостились, а до этого очень много было сумбура, очень много было невынужденных потерь, и, в принципе, соперниками невынужденные ошибки, скажем так, там, простых ситуациях. И, ну, я говорю, это опять же от того, что торопиться начали, куда-то спешить, все время пытаемся простые решения, самые простые, которые, ну, надо что-то придумать. Соперник хорошо организован, хорошо двигался. Нам, к сожалению, сегодня движения не хватало. Объективно. Ну да. Ну, в целом, говорю, ну, ребята молодцы, да, эти, я им тоже поставил пятерки, что они смогли вытащить эту игру. Спасибо. Большое спасибо. Все.